Чернокрылый дымчатый коршун – хищная птица семейства ястребиных. Обитает на открытых ландшафтах, саваннах и редколесьях Африки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также на юге Испании. Ведет оседлый образ жизни. Размах крыльев примерно 75 см, общая длина 28-35 см, масса 230-250 грамм. Особенностями чернокрылого дымчатого коршуна являются голубовато-сизая спина и красные глаза, которые особенно заметны, когда он парит в воздухе.